уроженку Таджикистана накрыли за брак по расчету. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала. Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Гражданка Таджикистана, находясь в России, фиктивно вышла замуж ради получения гражданства. В России был расторгнут фиктивный брак между гражданкой Таджикистана и россиянином, сообщает прокуратура Ямала Ненецкого автономного округа. По данным ведомства, гражданка Таджикистана предложила гражданину РФ заключить с ним фиктивный брак для упрощения процедуры получения российского гражданства. Мужчина согласился на заключение брака, и в июне 2021-го они официально зарегистрировали отношения в местном ЗАГСе. При этом выяснилось, что новоиспеченные супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, намерений создать семью не имели. Прокуратура Тазовского района проверила соблюдение требований семейного законодательства и добилась признания недействительным брака, заключенного с иностранкой. В этой связи прокуратурой района направлен иск в суд о признании заключенного брака между гражданами недействительным. Запись акта гражданского состояния о заключении брака аннулирована. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.